За огромную помощь в раскрытии преступлений шериф Летяйкин приготовил для своих маленьких свидетелей премии. Этот приятный момент прервало не самое приятное новое дело. В одном из дворов города преступник покрасил лавочку и не оставил на ней предупреждающей таблички. 5 человек, включая генерала Канбаева, попрощались на этой лавочке со своими новыми брюками. Дело под кодовым названием «Осторожно окрашено» берется под контроль шерифа Летяйкина и его зеленых свидетелей. Такие дела шериф Летяйкин решает проще пареной репы, или, как говорят на его родине в Мексике, проще пареного кактуса. Тёщин я... Ябеда. Тёщин Ябеда — это брат жены. Да. Абдулла Ахметов, 5 лет. Рост 128 сантиметров. Вес 22 килограмма. Оратор. На свадьбе говорил тост дольше опашки. Встречает папу с работы, стоя на свободном парковочном месте во дворе. Пытался выставить свои рисунки на аукционе Сотбис. Поставил рекорд по плаванию на надувном матрасе. Произошло преступление, мы хотим его раскрыть. Преступление такое: кто-то покрасил лавочки и не оставил табличку «Осторожно, покрашено». А, Абдулла, чтобы я тебе на все 100% доверял, да? Давай пройдем очень серьезный аппарат. Вот этот. Ты знаешь, как он называется? Прочитай. Д-е-т-е-к-т-о-р. Угу. Генератор. Генератор? Вот здесь что? Л-ж-и-и. Генератор? Генератор пражи. Генератор пражи, да? Тебе нравится еда в садике? Да. То есть не нравится. А тебе нравится ходить в садик? Да. Ой. Иногда не хочется. Ты ешь конфеты? Да. Сначала гости должны есть. Как они ухожут, я должен есть. Ты с радостью идешь в магазин, когда тебя отправляет мама? Да. Не иду. Ты можешь руки перед едой? Да. Всегда? Да, всегда, всегда. Ой, иногда не мою. Иногда не моешь. Забываешь или что? Забываю, да. В какой день ты обычно забываешь? Вторник. Во вторник, да, обычно? Ты спишь во время тихого часа в садике? Сплю. Ой. Сначала не сплю, потом усыпляюсь сам по себе. Усыпляешься сам по себе, да? Да. Ты берешь сладости без спроса? Нет. То есть беру. Берешь? Но только сладости не беру, печеньки все такие беру. А печеньки — это не сладости, да? Да. Ты врал кому-нибудь? Нет. Вчера мне мама сказала, нельзя врать. Это плохое слово. Да. Мама тебе сказала вот вчера, все, Абдулла, давай, не обманывай. И ты теперь не обманываешь. Да. То есть обманываю. Ну, редко. Редко, но бывает, да? Да. Ну, как без этого, да? Не обойдешься же. Когда мамы нету, я с Аташкой, с Апашкой остаюсь, и мне можно врать. Ты ябеда? Нет. То есть ябеда. Ябеда? На кого ты ябенчишь? Постоянно, что ли? Нет, редко. Редко ябенчишь? Да. Но, как говорится, редко, но... медленно. Медленно. Редко, но медленно, да? Да. Правильно. Я тоже так делаю. Редко, но медленно. Тайна Барма? Нет. Секрет? Да. Есть, да? Рассказывай. Мама не слышала эту тайну. Мама не услышит. Я прячу конфетки. Ну, когда прячу, их не кушаю. Другие кушают. Мама, папа, дедушка. То есть все знают, да, где лежат твои конфетки? Да. Они там в полке в кухне лежат. В полке в кухне. Ну, мне без разрешения нельзя брать их. Да? Да. Но когда родители уходят, и ты один дома остаешься, ты ешь эти конфеты? Нет. То есть ем. Ешь? А где папа работает? Не знаю. Не знаешь? Ну чем он занимается?
Ну, он просто там сидит, когда директора нету, он просто сидит, сказали ему, пусть на телевизор смотри, он смотрит, да? Просто я ему иногда звоню, как у него дела, что делать. У тебя телефон есть, да? Да, номер телефона у него, у меня есть. А когда директор приезжает, что папа делает? Ну, папа сразу выключает телевизор и стоит. Ну, директор, ну, хочет... Папа хочет, чтобы его не узнал директор, что он без спроса телевизор смотрел. А, да? Папа в кабинете у директора сидит? Да. Я думаю, твой папа профессионал, и директор об этом никогда не узнает. Угу. Да? Да. И папа как, быстро ездит? Папа, медленно. Как улитка. Балжан Кобжасар. Рост 115 сантиметров. Вес 16 килограммов. Понимает два языка. Мамин и папин. Знает наизусть время работы всех кондитерских района. Полчаса объясняла Ажеке, что твиттер и свитер – это не одно и то же. Считает, что иметь норковую шубу никогда не рано. Тебя зовут Балжан, меня зовут Шериф. Шерифудин. Как? Шерифудин. Шерифудин? Нет, меня зовут Шериф Летяйкин. Шерифудин. Шериф Летяйкин. Шерифудин. Шериф Летяйкин. Хорошо. Тебе нравится еда в садике? Да. А было такое, да, что тебе, может быть, пару раз не понравилась еда? Ну, один раз. Один раз, да? Вот он и пикает, видишь? А что тебе не понравилось? Колючее. Колючее. Колючая жаба. У нас в садике. Вам готовят колючих жаб? Да. Кто-то наподобие колючей жабы. И готовят еще что-нибудь? Лягушка, квакушка. А ты одна брала когда-нибудь сладости без спроса? Нет. Может быть, да. У тебя есть тайна? Нет. Не может быть. А у тебя в доме есть подозрительные люди, на которых ты бы могла подумать, что это совершили они? Да. Есть такие люди? Кто это? Это мог бы Нуржамин. Кто? Нуржамин. Нуржамин? Нуржамин. Больше нет, да, у тебя подозрительных лиц в твоем доме? Есть. Кто еще? Давай. Нуржамин Арсен. Арсен еще есть? Что за Арсен? Дядя мой. Твой дядя? Да. Как твой папа выглядит? Давай. Ноги, как у мамы. Ноги, как у мамы. Ну, только у него волосы. А мама как твоя выглядит? У ней нет волос на ногах. Угу. Кто такой солярий? Я думаю, что это помидоры. Знаешь, кто такие помидоры? Это люди, которые выходят из солярия. Нет. Да, вот это помидоры. Мы пять пацанов. Мы в городе Астана. Мы огонь, вода, земля. Как они ругаются? Вот покажи, давай. Как будто ты водитель. Вот ты едешь за рулем, давай, едь за рулем. Тебя здесь подрезали сбоку. И что ты, что ты кричишь ему? Ты почему на меня врезался? Ага, он скажет, это ты виновата. Это ты. Это ты. Это ты. Это ты. А почему ты врезался в меня? А потому что ты на желтый проехала. Я не на желтый, не проехала. Проехал. Зафиксировали камеры. А вы на оранжевый. На оранжевый? Да. На оранжевый можно. Нет, нельзя. Можно, можно. Нет, нельзя. А ты проехала на фиолетовый. А фиолетового нету. Ну я же про оранжевый молчал. А оранжевый вы говорили. Нет. Да. В общем так, 5000 и разъезжаемся. Хорошо. Хорошо.
Вообще, я хотел вам раскрыть свою правду. Давай. Я диджей. Алдияр Бекишев, 6 лет. Предложил космонавтам проходить подготовку на их дворовых качелях. Хобби. Выбирать из новогоднего набора самые вкусные конфеты. Слепил из пластилина байтерек. Масштаб 1:1. Упорный. 2 часа искал на глобусе шумный океан. Зовут тебя как? Брайан. Брайан, это настоящее твое имя? Да. А не настоящее какое? Алдиока. Алдиока, да? Угу. Давай, чтобы я тебе на все 100% доверял, я проверю тебя вот на этом приборе. Это называется детектор. Детектор чего? Умеешь читать? Ежика. А? Ежика. Детектор ежика? Угу. Давай, я тебя сейчас проверю на детекторе ежика, да? Ок. Ок. Тебе нравится еда в садике? Да. Я так и знал, что так будет. Так и знал, да? Я уж испугался. Испугался? Да. Я тоже пугаюсь вот каждый раз, когда он начинает пикать. А ты берешь сладости без спроса? Ага. Какие сладости? Ну, разные конфетки. И все. И все. Конфетки? Угу. И все? Угу. Я опять... Видимо, не все. Да? А как выглядит мама? Опиши ее. Ну, она красивая. Угу. Мама говорила, если скажет, кто такой вопрос, то нужно говорить. Что нужно говорить? Она красивая. Да? Угу. А опиши своего папу, как он выглядит? Он большой. Большой. Крутой. Крутой. Еще? Мультики смотрят. Мультики смотрят, но отсюда он и крутой. Он каждый... Иногда он едет на работу. Иногда только, да, ездит? Да. А где он работает? Он работает гаишником. Гаишником работает? Угу. О, коллега мой, да? Угу. И как часто он останавливает нарушителей? Не знаю, как. Просто я не помню, когда он выезжает на работу. Не помнишь? Не помню. Уже не помнишь, да? Да. Когда это было, да? Ага. В далеком 2000... девятом году. В 2009 году, да? Угу. Папа, получается, сколько лет не ездит на работу? 6, кажется. 6, кажется, да? Угу. Чем еще? Какие супы ты знаешь? Рисовый суп. Еще суп с ананасом, да? Суп с... С картошкой. С картошкой. Суп с... Абрикосом. С абрикосами. Суп с... С пивой. С чем? С пивой. Это самый лучший и любимый мужской суп. Суп с пивой. Да? А мне такое не разрешают. Ну, правильно. Абдулла, а расскажи, что такое суши? Суши — это когда все как бы сушится. Ну, у нас когда возьмешь там некоторые суши, да. Поешь, да. И там реально все сушится прям. Все? Все прям сушится. А зачем люди женятся, скажи мне? Ну, потому что некоторые красивые, некоторые некрасивые. Красивые женятся? Ну да, в красивых. А некрасивые что делают? А красивые? Некрасивые. Некрасивые? Ну, они только дома остаются. Ты часто будешь, да, на тоях? Да. Ну, только один раз. Один раз был? Да. И что ты там видел? Что интересного было на свадьбе? Они, пока их нету, они кушать дают, и ложки, все такое, дают вилки. И они потом берут все и кушают все. Макароны, как бы, без помаки. Макароны, да, дают там? Да. Абдулла, скажи, что нужно сделать, чтобы в Астане появились хорошие дороги? Хорошей дорогой нужно много платить, гаишнику дадут, и они дадут как бы строителям, и они поставят новую дорогу. Ты должен нарушить, дать гаишнику деньги, гаишник даст строителям, да. Строители будут строить новую дорогу. Да, ну да, гаишник не будет им давать, потому что он же в городе главный, все должны ему давать деньги. А, да, гаишник главный в городе? Да. Ему все должны давать деньги? Да. Главнее гаишника может быть только кто? Шериф
Миллионер. Шериф? Миллионер. Миллионер? Да. А меня как зовут? Шериф Ле? Шериф Ледон. Х-А-Л-М-С-Х. Какое слово получилось? Х-А-М-Г. Х-М-Г. Что? Х-М-Г. Х-М-Г? С... Ты правильно держишь, да, бумажку? Да. Да? Да. Угу. Или вот так вот. Не знаю, как правильно. Вот так вот. Вот так? Ага. С, М, Г, А, Л, С, Г. Ты задом наперед всегда читаешь, да? Как нужно читать? Вот так или вот так? Вот так. Как? Вот так. Ну, давай. Я так прочитала. Ну, давай, какое слово получилось? С, А, Х, Л, А, С. Какое слово? СГ. А? СГ. С. Б. Бу. Л. Мягкий знак. И Д. О. З. Е. Р. Что получилось за слово? Гекстин. Гекстин? Да. Д. А. Р. А. Т. На мягкий знак. Угу. Я и Н. Получилось какое слово? Ябеда. Ябеда? М, А, С, С, А, Ч, У, С, Е, Т, С. Какое слово получилось? Масса чувствуешь. Р, ой, А, Р, ой, иди. А, Р, О, М, А, Р, Т, И, М, З, А, Т, О, Р. Затор. Затор? А, ой. Палец сломал, да, себе, наверное? Нет. Ж, И, В, А, Н, Ж, ой. Уже не бьешь, да? Ж. Уже два Ж. Да. Ж. И. В. А. Н. Ш. И. Женатик. Женатик, да? Женатик, правильно, женатик. Шериф Летяйкин заметил, как расстроился генерал Канбаев, испортив свои брюки. Как друг и подопечный, который ждет повышения, он твердо решил вернуть им прежний вид. Но немного перестарался. Селедка под шу... Жутко. Селедка под жуткой, да? Да. Килька в то... В тольке. Фаршированный пе... Пендель. Фаршированный пендель. Килька в то... В тортике. Килька в тортике. Молодец. Тещин я... Карь. Якорь? Да. Тещин якорь? Ага. Хорошо. А знаешь, что такое тещин якорь? Это когда теща к вам приезжает на пару дней, а остается на целый месяц. Котлеты поки... Покинули. Котлеты покинули? Да. Котлеты покидают корабль. Ш-ш-ш, опасность, опасность. Я также хотел сказать, давай, котлеты скажи. Покидают корабль. У-у-у! Внимание, все котлеты покидают корабль. Остаются только макароны. Остаются только макарони. Ой, макарони. Макарони. Какой-то итальянский, да, мафиозник? Она могла совершить это преступление? Нет. Почему ты так думаешь?
Потому что девушки не красят как бы лавочки. Они только красят что? Глаза и? Губы. Глаза помады. И губы. А на девушек нужно вешать табличку «Осторожно, окрашено»? Да. Давай назовем ее как? Ж-А-Ж-Ч-У-Н-И-А. Обычное казахское имя? Да. Он мог совершить это преступление? Да. Хорошо, как его назовем? Жа-И-Н-А-И. Что получилось? Жанай. Думай, думай, думай. Так, ты так думаешь? Да. А если сильнее думать начнешь, как будет? Вот так, да? Все, придумал, мне кажется. Истина была где-то рядом. Шериф Летяйкин решил составить логическую цепь. Преступник не оставил табличку, потому что он не умеет или писать, или читать. Эврика. Под это описание идеально подходил только один из подозреваемых – Джамшут. Сделал он это случайно или в корыстных целях, еще предстоит выяснить шерифу Летяйкину. Но, как говорит один известный сыщик... Впрочем, это уже совсем другая история.